В интернет-сети появилось видео очередного ДТП на кольце у Шубашкара. Водитель иномарки не справился с управлением и выехал на перекресток с кольцевым движением. Как сообщает пресс-служба ГИБДД, в автомобиле Kia Spectra находился сотрудник отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции управления МВД России по городу Чебоксары. В результате ДТП пострадал сам водитель иномарки, который получил незначительные телесные повреждения. Супруге водителя, которая также находилась в салоне автомобиля, медицинская помощь не потребовалась. По факту аварии руководством МВД по Чувашской республике назначена служебная проверка. В случае установления вины сотрудника он будет привлечен к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения из органов внутренних дел.